Друзья, всем большой привет! Как и договаривались, продолжаем быть с вами в тесном контакте и информировать обо всем, что происходит. Итак, друзья, попечительский совет начал действовать. Руководитель попечительского совета Галина Ломакина связалась с адвокатом Олега Алексеевича Арманом Петросяном. Вы знаете, что это профессионал высокого уровня. Это уже не первое дело, которое он ведет у Олега Алексеевича, и зарекомендовал себя с хорошей стороны. Много у него поощрений и так далее. Поэтому, друзья, надеемся, что его профессионализма хватит, чтобы при подаче апелляции, ее рассмотрении, Олег Алексеевич оказался на свободе. Но без нашей помощи этого сделать будет крайне сложно, без помощи общественности и, в частности, попечительского совета. Поэтому Галина Ломакина все свои действия, все наши действия согласовывает с адвокатом. И сейчас они решили, что будет очень нужным и полезным, друзья, если все-таки мы будем вновь собирать не только подписи к петициям. Петиция — это хорошо, но нужна конкретика, нужны конкретные ваши данные для того, чтобы попечительский совет приложил к своему письму в Верховный суд Крыма. Да, мы уже занимаемся подготовкой данного письма. Это будет такое приложение к тому, что подготовит адвокат. И, конечно же, должно усилить сторону защиты. Поэтому, друзья, на e-mail, который есть в описании к данному видео, пожалуйста, присылайте те, кто хочет подписать наше обращение, свое согласие и, соответственно, свои данные, фамилия, e-mail, ну, кто хочет, может, телефон, ну, главное, что вот фамилия, имя, отчество, e-mail, может быть, откуда, чтобы это все было более для судьи ясно и прозрачно. Вот такая ситуация. Галина Ломакина, она тоже всю жизнь проработала в правоохранительных органах, знает всю эту систему. Сейчас плотно беремся за это дело и будем, друзья, помогать, чем можем, чтобы вытащить Олега Алексеевича. Галина Ломакина, помимо того, что у нее огромный опыт в правоохранительных органах, она и сейчас является членом общественного совета при МВД Феодосии. Я тоже имею 2 высших образования и стаж на госслужбе 10 лет. Поэтому, друзья, знания, опыт, навыки, профессионализм – все есть. Нужна ваша поддержка, а уж мы, как говорится, постараемся. Что ж, друзья, еще раз всем огромное спасибо. Очень рад, что такая поддержка, судя по тысячам комментариев за Олега Алексеевича. Очень, конечно, это радует, что Олег Алексеевич имеет такую колоссальную поддержку, хотя, казалось бы, ковидный год и не один, когда все мероприятия с общественниками, все как-то ушло на задний план. Вы помните, что и тогда Олег Алексеевич собирался организовать такой, устроить большой праздник для всех его сторонников, кто активно помогал, участвовал в прошлой нашей адвокационной такой кампании. Но, увы, тогда все это не получилось. И тем, друзья, приятнее, что поддержка сохранилась и даже стала больше. Радует ваше желание. Поэтому, друзья, вот такая просьба. Те, кто хочет поддержать обращение попечительского совета Парков Олега Зубкова, пожалуйста, на e-mail, который в описании к данному видео, присылайте свои данные. Будем работать. И о всех наших мероприятиях буду информировать вас своевременно, потому что, друзья, времени не так много, и в этот короткий промежуток мы должны с вами максимально поработать
и сделать нашу адвокационную кампанию максимально эффективной. Что ж, друзья, всем большой привет. Мы на связи, работаем.